Сегодня предпоследний день чемпионатов Европы в Испании, Санта-Сусана. Я Александр Тимошенко, портал Islab.ru. И представьтесь, ребята, кто вы такие? Мы вас не знаем. Михаил Сидорович. Скажите, пожалуйста, ребят, у вас в этом году сезон когда закончится или когда начался? Начался чемпионатом Москвы. Ну да, это четвертый старт. По крайней мере, у меня четвертый старт. А Людмила планирует еще на Олимпиаду. Людмила планирует, а ты уже нет? Я уже не знаю. Понятно. Скажите, пожалуйста, в Испании вы какой раз уже находитесь? Я, наверное, шестой. Я второй. Ты всего второй. А еще такой вопрос. Люда, первый раз ты была здесь в 2004 году? Да. Ты выступала тогда? Я выступала. Какое было место? В финале первое по результатам, в полуфинале второе. Понятно. Я выиграла 1 балл в Слабачке, в Бурдяке. Это была моя, Янки, наверное, да? Лучшая форма за всю мою жизнь. Я не беру сегодняшнюю форму, посмотрим. Ты мне не даешь вопросы задавать. Да. Я хотел тебе как раз задать этот вопрос по поводу формы. То есть мы завтра тебя будем еще раз выступление твое смотреть, а сегодня зачем мы сюда пришли? А сегодня я решила выступить с Мишей Хваром. А Миша решил со мной Хваром. То есть это взаимное решение? Да, взаимное. Мы готовили пару, мы будем выходить сегодня в парах. Занять первое место. Ну, золото вам надо. А кто помогал вам в этом, так сказать, славном мероприятии, которое называется Mixed Pair? В этом мероприятии, как и в других наших прейсболках, нам помогает Ириточка Стаценко, за что им большое огромное спасибо. Здоровья, терпения. А Миша любит? Что-то он молчит. Ивету любишь? Ну, она нам помогает. И, конечно, мы всех своих любим. Всех, кто в Марк Аврелий, всех любим. Скажите, пожалуйста, в Марк Аврелий заходишь, там есть иконостас какой-нибудь? Да, там все Мишины кубки стоят. Там кубки, которые не лезут ко мне домой. А Люсины стоп-кубки там стоят или нет? Или Люся жадная и не отдает кубки? Нет, 37 кубков. Домой все не влезают, стоят в Марк Аврелии. Штук 7 стоит. И тетка огромная за абсолютку тоже там стоит. Одна дома. И две в Марке. В чем разница, Людмила, между мужем, этим самым бодибилдингом женским и физиком женским? Вот ты для себя какую разницу знаешь, чувствуешь? Я думаю, что женский физик, по примеру мужского классического бодибилдинга, должен быть более изящным, более аккуратным, гипертрофированными мышцами. Да, а вообще весь бодибилдинг бестероидный женский, естественно. Ну, в общем, женский физик, на мой взгляд, это моя форма, когда я выходила по бодифитнесу, или, надеюсь, понравится всем завтра. Ясно, Миш. А по твоему мнению, чем отличается мужской физик от женского физика? Мужской физик от женского физика? Да. Женский физик. То есть я так понимаю для себя, согласишься ты или нет, что женский физик – это классический женский бодибилдинг, а мэнс физик – это как мужской бикини. Но, допустим, все, что бодибилдинг, это уже гипертрофированная мышца. Это уже для любителей экстрима. А физик у мужчин и у женщин – это ребята показывают наличие спортивной фигуры, таких как легкоатлетов, гимнастов, вот, аккуратную, спортивную, которые могут бегать, прыгать там, и так далее. Вот. А женский бодибилдинг – это уже уродство. А мне, естественно, нравится мужской бодибилдинг, потому что я по жизни родился с экстримом и с экстримом. То есть экстремальная масса, экстремальный спорт, да, экстремальный бодибилдинг. Да, все экстремально мне нравится. Я когда вижу классика в одежде, я вообще не могу понять, человек занимается спортом или нет. Вот. А для девушек мне очень нравится мэнс, вуменс физик обычно. Людмила, сегодня ты прожимаешься, получается, завтра основной старт? Или сегодня основной старт, поскольку ты выступаешь с Михаилом?
Ну, сегодня важный старт, а завтра основной. Сегодня я прошиваюсь, мы хотим понравиться судьям. Судьи увидят, какая я. Завтра они меня узнают сразу на стенде. Скажут, а, это та девушка, которая вчера выступала в паре. Которая вчера выиграла в паре. Я не люблю загадывать, потому что... А мы не загадываем, зачем нам загадывать? Мы настраиваемся. Надо сделать все, что от тебя зависит, а остальное сделают судьи. Миш, когда будет решение принято по Олимпии? После выступления Людмилы, завтра она выступит. И мы дадим вам следующий интервью. Да, мы с тобой, Саш, сядем. Сядем, выпьем. Нет, я на Олимпию по-любому поеду или в качестве экстра-делегата с Людмилой, потому что она будет выходить 100%. И 100% я буду выходить. Так, ребята, не спорить на радио. Точнее, на видео. Завтра обо всем договоримся. Всем удачи. Улыбаемся и машем рукой. Ура! Ура!